Здравствуйте, Глеб. Привет, привет. Так, ну что, сегодня мы в обзоре продемонстрируем распаковку универсального, легендарного, не побоюсь этого слова, ручного инструмента, который называется у нас как? МВ-31/6/50. Вес выгибочного инструмента 29,5 килограмма. Упакован он такую вот картонную коробочку. Да. Давайте распакуем. Сделан в России. Сделан в России, да. Как всегда, упаковка шикарная. Идеально. Угу. Вот такая толстая гофра. Ну, справедливости ради, транспортные компании и эту гофру... Тару тоже умудряются убивать, поэтому... Ну, здесь видишь, как хорошо. Производитель его поставляет, да, достаточно приятно зафиксировано. Так, ну, что у нас в комплекте идет? Получается, оправки. Все необходимые. Ну, я думаю, дальше. Мы сейчас его достанем все-таки, наверное, из коробки. Ну, обязательно. Да. Да, посмотрим. Давай на стол выложим. Ну, что, как всегда, у нас идет очень... Так. Инструкция очень удобная, популярная, все расписано, да, детализация полностью. Так. Ну, получить купон на расширенную гарантию. Расширенная гарантия, подробнее по ссылке в описании, то есть вы сможете приобрести, получить расширенную гарантию до 3 лет. Очень приятный бонус. Магнитный угольник для сварки, усилие 11 килограмм, 3 угла, стандартная. Так, дальше. Ну, соответственно, листовочка, рекламный буклетик, да. Так, это у нас дополнительные ограничительные упоры. Угу. Все. Достанем его тогда и уже более подробно покажем, да? Опля! Опля, готово, да? Да? Так, ну что, Глеб Александрович, давайте расскажите поподробнее, что мы сейчас видим, что предстало нашим глазам. Очень красивый стойк. В принципе, она от старой сильно не отличается, да, внешне, если посмотреть. Угу. Так. Но все-таки есть и плюсы, и огромные плюсы. Ребята, ручка. Это первое, что. Ну, на предыдущей модели немого она тоже. Она была короче. Окей. Но тяжелее крутитесь, работаешь, допустим, с максимальным сечением квадрата 14 мм на гибку. Это все-таки тяжело. Все, принято. Дальше. Огромнейший плюс в этом инструменте. Что у нас? Что? Это гибкость завитка. Но на предыдущей модели тоже был гибкий. Был, но только с работой полосой 25/4. Сорян. И все. Принято. А здесь что? А здесь максимальное сечение квадрата 10 мм. Квадрат, пруток. Угу. И также полоса стала 25/4. Угу. Прикольно. Так. Вот, видишь, какая конструкция. Там раньше была такая маленькая вещь. Опять же, также два звена. Так, и метод зажима тоже как в этих наших в желтых линейках, да? Да, М3V1. Как на 21.30. 21.30 теперь, да. Так, отлично. Соответственно, ставил заготовку и спокойно крутишь. Все ясно. Чуть по-другому упор стал. Ну, это удобно. Но, наверное, более подробнее показывать в работе его надо. Все-таки нет, ну да, пока мы показываем. Что... Ребята, кто хочет посмотреть этот инструмент в обзор, для начала поставьте лайк, не поленитесь. И подписывайтесь на канал, нажмите красную кнопочку. Дальше вы уже будете следить за нашими телодвижениями по всем инструментам торговых марок Blacksmith и Smart & Solid. Завитку ясно. Ты мне скажи, если гнуть, допустим, угол, дуги и так далее, то есть вот непосредственно самим рычагом, максимальные параметры какие? Максимальные, соответственно, квадрат и поток это 14 мм. 14 мм. Да. Все ясно. Дальше. Вот я увидел такую вот фигню. Что это такое? Ну, это очень удобная вещь. Поподробнее, пожалуйста. Соответственно, здесь регулируется угол гиба. Так. Ну, определенный какой-то там угол. 90, там 120, там 70, 35. Да? Но. И когда доводишь заготовку в определенное место, можно, соответственно, фиксирующими болтами. Ну, такой вот фигню. Да. Фигней. Ты остановился, да? Так. Тебе определенный. Вдруг тебе нужно чуть-чуть дотянуть, вот слегка. Для чего вот эта шайбочка нужна? Так. Ты вот дошел, допустим, сюда, да? Ага. А тебе нужно еще больше. Чуть ты больше, эту, да? Ты эту шайбу... Непрофессионально, Глеб Александрович. Извините, пожалуйста.
ты эту шайбу можешь регулировать. Ага, ну, ну тут вплоть это... до миллиметров. Да, до миллиметров. Слушай, ну на самом деле прикольно. Очень удобно. А, то есть получается вот так, так сдвинул и зафиксировал. Да, да. Слушай, супер, супер. Дальше. Дальше. В том, что может делать практически все узоры, какого, например, берем от завитка, гибко угла, гибко волны, гибко дуги, гибко ромба. Ну, здесь дальше... Чудо, а не станок. Чудо, не станок, да. Здесь именно должна быть, наверное, фантазия, да, что можно сделать. А он сделает это, он воплотит вашу фантазию, вашу мечту. Ну, это, короче, находка для свободного художника. Да. Слушай, ну, на самом деле, с учетом того, что, в принципе, здесь взяты все самые лучшие параметры инструмента, который производился компанией Blacksmith на заводах Китая, вот, видео по инструменту, ну, еще по китайскому, вы можете посмотреть, пройдя по ссылке. Вы увидите там какое огромное количество просмотров, поверьте, действительно станок стоящий. Вот. Ну что, тогда ждем видос уже в нашем исполнении, да, с работы этого инструмента. Он будет. Мы покажем работу, возможности. Ставьте лайки. Всем удачи. Пока.